Пока зрители только занимают свои места, за кулисами последние приготовления. Закончить распевку, поправить костюм, макияж, прическу и, конечно, получить напутствие от художественного руководителя. Пожелаю всем творческих удач, успехов. Особенно, что был доволен зритель. Ушел и говорил: боже мой, какой красоте мы сейчас присутствовали. Еще до начала концерта ведущий настоятельно просит не подпевать. В зале комплекс чувствительных камер. Полная запись концерта отправится в Министерство культуры для подтверждения звания народного хора. Обязательная процедура раз в 3 года даже для коллектива 60-летней истории. Это уровень, это почетное звание. Вот мы уже который год подтверждаем. Слава тебе, Господи. Уже многие годы свои концерты хор открывает песни Яна Френкеля на стихи Инны Гоф «Русское поле», написанное в 1968 году специально для фильма «Новые приключения неуловимых» и ставшая визитной карточкой ее первого исполнителя Юрия Гуляева. Вот так скромно на самой галерке за выступлением следит бессменный худрук Родины Галина Астафьева. Слышит и видит то, что незаметно для рядового слушателя. Вот кто-то спел на полоктавы ниже. Тут, наоборот, чистенько, по-театральному, на лице все эмоции. В программе классические произведения русских и зарубежных композиторов. Академический час пролетает, как музыкальная минутка. Очень понравился концерт. Надо на одном дыхании просто. И многоголосие, которое сливалось вообще очень сильно. И очень понравился этот концерт. Я счастлива, что побывала на нем. Знаете, я на одном дыхании просто вот смотрела, слушала. Это настолько грандиозно, вот честно вам говорю, настолько сильно, да. И я очень рада, что вот такие вот коллективы существуют. У меня вот прям, честно говорю, сердечко вот так вот билось весь концерт. И я сидела просто в напряжении, сдерживая слезы, радости. Вот. Ну, я благодарна. Записанный концерт отправится в областной Минкульт, где специалисты оценят выступление и примут решение о подтверждении звания народного. Жители Химокжи свое слово сказали давно. Хор любим, а потому народен. Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.